Этот важный день надолго останется в памяти учеников 95-й кадетской школы. 49 мальчишек и девчонок 5-х классов приняли присягу. Ребята торжественно произнесли клятву и главные заповеди Кодекса чести кадета. Любить и защищать свое отечество, быть честным, помогать своим наставникам, родителям и защищать слабых. Юный кадет отличается тем, что у него нет шеврона. А вот сейчас у нас посвятили, и у нас будет шеврон. Еще за плохое поведение могут снять шевроны и погоны. Помимо стандартной общеобразовательной программы, в кадетской школе преподают профильные предметы – строевая подготовка, основы и правила стрельбы, оказание медицинской помощи, а также изучают символы России, вооруженных сил. Но несмотря на военную направленность кадетских школ, будущие профессии учеников не обязательно будут связаны со службой. У нас нет нацеленности конкретно на военные высшие учебные заведения. Но тем не менее из каждого выпуска где-то человек, из каждого класса человек 5-6 поступают в военные заведения, поступают в юридические, в силовых структурах очень много ребят находят свое призвание. Впереди у новоиспеченных кадетов выступления на парадах, дежурство у поста номер 1 и участие в военно-патриотических состязаниях. Кристина Инчина, Дмитрий Мешканцов. События.